Привет, ребята! Сделал я новую конструкцию для обгонки азотной кислоты. Это из пол-литровых пластмассовых бутылок. Внутри проходит трубка. Здесь нашел две резинки. Какие-то ароматизационные или какие-то уплотнители, может быть, сальники какие-то были. Отрезал горлышко. Потом здесь сплавил. Как известно, эти пластмассовые бутылки усаживаются, как термоусадочная трубка. То же самое с этой стороны. Посередине просунул кольцо жесткости, на которое одел одну бутылку, чуть-чуть усадил и затем вторую. Внутри силиконом сделал, чтобы не текло. Два штуцера вверху и внизу. Воду я подаю в нижний, а с верхнего вот таким образом. Все
все знакомы с сообщающимися сосудами. Стало и дальше начинает эта трубочка подсасывать, она потихонечку льется. Ну, это уже, как говорится, кто на что горазд. Вполне хватает. Даже, в принципе, вот этой воды, которая там внутри находится, надолго хватает. Ну, полчаса точно можно не менять. Так что можно, в принципе, сделать не трубки даже, а просто сверху два отверстия. В одно отверстие вы вливаете, в другое воздух выходит. Ну, что-то в этом роде. Не обязательно трубочки. Так, ну и этот серная кислота с аммиачной селитрой. Серная кислота у меня уже после электролиза. Видно, зеленоватый цвет такой. Так что ничего не выливаю. Все идет на вторичную переработку. Все, как говорится, зациклено. Все идет, все в пользу. Все в дело. Так, ну вот поступает сюда. Так, здесь у нас также там на силиконе сейчас. И, ну, изолента на всякий случай подмотал. Изолента такая термостойкая. Не такая, как какая-то пленка непонятная. От малейшей температуры рвется, плавится. Такая нормальная какая-то попалась, не знаю. Она сама по себе плотная. Так, идет сюда. Трубочка проходит внутри. Видно, да, вот здесь диоксид азота. А внутри уже этого цвета нет. То есть холодильник нормально работает. Ну и на выходе вот столько уже собрал. Вот так это выглядит сверху. Так, ну, в общем, модернизация продолжается. Так, ладно.